Отель «Сол Гваделуп» находится на Майорке в Магалюфе, всего лишь в 200 метрах от песчаного пляжа. В отеле организовывается дневная и вечерняя развлекательная программа, включая занятия фитнесом, гимнастикой, тайцзи и йогой. Для маленьких гостей оборудована игровая площадка и мини-клуб. На всей территории можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. Пляжные полотенца предоставляются под депозит. Каждый обмен стоит дополнительно 1 евро. Номерной фонд отремонтирован в 2015 году. Стандартные номера 20 квадратных метров. В стоимость проживания входит бесплатный абонемент в Сол Катманду Fun Pass, владельцам которого предоставляется скидка на посещение парка аттракционов Катманду и аквапарка Wave House. Есть русскоязычный персонал –